Мечты, которые сбываются. В Кумертау начинает работу секция фигурного катания. Гости из Стерлитамака, там фигурное катание начало развиваться немного ранее, показали мастер-класс тем, кто только планирует встать на коньки и покорить горячий лед Сапсан-арены. Мы участвуем в различных соревнованиях, как внутри республики, так и за ее пределами. В принципе, со всех соревнований мы привозим медали. Достаточно успешно дети выступают. Кумертауская секция фигурного катания начнет работать в конце лета, но запись идет уже сейчас. Есть специальный отбор, детей будут готовить по разным программам для больших достижений и любительское катание. Появился у Сапсан-арены и профессиональный тренер, который будет жить и работать в нашем городе. Фигурное катание с 3 лет мы набираем детей. Это тех детей, которым будем поднимать на уровень мастеров. А если желающие девочки, например, или мальчики в возрасте 10 лет придут, то это спортивно-оздоровительная группа или синхронное катание. То есть мы, в принципе, принимаем любой возраст. Желающих всех берем. Потом мы будем распределять уже по группам в дальнейшем. Начало новому виду спорта в Кумертау положено. И как знать, возможно, среди тех, кто вскоре начнет осваивать первые навыки фигурного катания, есть будущие чемпионы, которые будут блистать на крупных соревнованиях, а им будет аплодировать весь мир.